Информацию о первенстве планеты по дзюдо оперативно распространяют аккредитованные в Баку иностранные журналисты. Затем, как проходят соревнования, наблюдает и корреспондент CBC Лейла Курбанова. Здравствуйте, Лейла. Что сейчас происходит на национальной гимнастической арене и какие условия созданы для представителей СМИ? Здравствуйте! Сейчас мы находимся в здании Национальной гимнастической арены, где продолжается чемпионат мира по дзюдо. Сегодня последний день одиночных состязаний. Мужчины выходят на татами в весовой категории свыше 100 килограммов, а женщины свыше 78 килограммов. Сейчас перерыв, и за моей спиной вы можете видеть журналистскую трибуну. Для того, чтобы освещать чемпионат мира по дзюдо в Баку, в Азербайджан приехали десятки зарубежных журналистов. И, как вы можете видеть, они работают даже во время перерыва. А рядом со мной сейчас находится азербайджанский спортивный журналист Сянан Шафизаде. Да, вы правы, около больше 300 журналистов приехали освещать чемпионат мира Азербайджана. Большое количество журналистов из Японии, из России, из Монголии. И интерес очень высок, очень высок. Этот чемпионат мира транслируется больше 100 стран. Особенно финальный блок транслируется в 135 странах. Это показывает, что интерес к чемпионату мира очень высок. И все журналисты, все коллеги это каждый день повторяют, что организационные вопросы решены на высоком уровне. Можно сказать, что это один из лучших чемпионатов мира в истории дзюдо. Все проблемы. У журналистов есть несколько кабинетов, есть отдельный пресс-центр, есть для них особенные места именно в зале, которые они могут посмотреть финальные и другие схватки. Есть места для микс-зон, есть отдельные места для эксклюзивных интервью. То есть все вопросы решены очень на высоком уровне, и можно сказать, что каждый журналист доволен этим. Вот вчера Япония выиграла 6-ю золотую медаль, и японский канал очень несколько раз повторял, что для нас здесь такие возможности, все вопросы так решены, что мы работаем в основном здесь, в отеле мы не работаем. Спасибо большое. А как вы думаете, как вы оцениваете шансы азербайджанского дзюдоиста, ведь мы знаем, что он уже вышел в полуфинал? Азербайджанский дзюдоист Ушанги Какаури сегодня выступает пока что очень хорошо. Он выиграл одиночном финале чешского дзюдоиста, который является чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Этот Крпалек именно тот дзюдоист, который выиграл Эльмара Гасымова в последней Олимпиаде Рио. То есть можно сказать, что Какаури взял реванш. В полуфинале он встретится с узбекским спортсменом. Я верю в него. Я верю, что он выйдет в финал и также выступит в финале достойно. Я верю. Спасибо. А я напомню, что мы сейчас находимся в здании Национальной гимнастической арены, где продолжается чемпионат мира по дзюдо.